Начнем с событий праздничных. Накануне город отметил свой день рождения и день военно-морского флота. Под дробь барабанов и радостные крики карнавальным парадом на главную площадь отправились участники ежегодного веселого променада. В составе процессии прошли и участники юбилейного 10-го городского парада колясок. Кто победил? Ответ прямо сейчас. От Дворца молодежи «Строитель» до Площади Победы. Парадом правит ансамбль барабанщиков 44 Drums. В живописной шумной колонне энтузиасты и танцоры со всего города, а также театралы и музыканты из Санкт-Петербурга, Вологды, Череповца и Архангельска. Более 30 творческих коллективов. Очень интересно, красочно, ярко. Расскажите, а чего вы здесь делаете? Кушать хочу! Здесь же развернулась трасса юбилейного парада колясок. 13 конкурсантов. Некоторые приехали из Архангельска, как Наталья Бурова, со своей большой семьей в сладких костюмах. Нам очень нравится участвовать. У нас в семье очень много детей, поэтому мы все время что-нибудь придумываем, постоянно везде участвуем. Клоуны и фарфоровые куклы, бразильские и индийские красавицы. К полудню фееричная процессия вышла на главную площадь города к центральной точке – концертной площадке. С общим праздником горожан поздравил мэр Михаил Гмырин. Мы и дальше будем строить жилье, ремонтировать дороги, помнить о наших ветеранах. Хочу пожелать всем добра и здоровья, всего-всего самого доброго. А родному города процветания. И уверен, что у нас обязательно с вами все получится. С праздником! А шествие буквально растеклось по площади. Часть артистов захватила главную сцену. Часть — сквер ветеранов. Остальные отправились на площадь перед Дитром. Парад понравился. Девчонки красиво танцевали, барабанщики. Отлично, очень все хорошо организовано. Много чего детям интересного взяли, детишек. Тем временем за призами отправились участники парада колясок. Сладкая компания из Архангельска получила специальный приз «Мы команда». Первое место в номинации «Велосипед» взяли постоянные призеры парада. Семья Беремок и их «Крабсбургермобиль». Гран-при конкурса за тележкой с пельмешками от Чичулиных. У нас каждый год бессонные ночи, то есть всей семьей, не только я, мама, бабушка, дедушка, там даже родственники помогают. Все придумываем, все вместе лепим, ночами не спим, то есть устаем дико. Призовые места семья Чичулиных занимает с 2014 года. Алена Губаева, Семен Самигулин, «Вестник Северодвинска».